Студентка многопрофильного колледжа Ольга Цой заняла 3-е место на региональном фестивале профессиональных талантов среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Я профи» в номинации «Швея». Конкурс проходил по нескольким компетенциям и собрал более 70 участников со всего Ямала. Студентка 1-го курса Ольга Цой осваивает профессию портного всего несколько месяцев. Учеба дается легко, ведь со швейным делом девушка знакома с раннего детства. Работать с тканью и ловко орудовать иголкой ее научила мама. Первое, мы делали ночную сорочку, и потом делали юбку, в том числе и футболку. Первый раз у меня не получилось ничего. Но во второй раз получилось мне. Сейчас мастерица знакомится с техникой пошива различных видов верхней одежды. Своими руками изготавливает этническую сувенирную продукцию, плетет броши из бисера и создает букеты из фоамирана. Больше всего девушке нравится разрабатывать дизайн будущих изделий. Измеряю ширину спины. Давай еще высоту плеча косую. На фестивале профессиональных талантов «Я профи» Ольге необходимо было сшить за 3 часа блузку с цельнокройным рукавом, шалевым воротником и манжетами. Хорошая подготовка позволила справиться с задачей без особых усилий. Мы, конечно, готовились очень серьезно к этому конкурсу, потому что она только начала учиться, еще как бы изделия не полностью все отшила. Поэтому мы, конечно, тренировались. Предварительно сшили несколько блузок, то есть обратили внимание на какие-то ошибки. Любой фестиваль навыков и умений помогает молодым людям решать сразу 2 главные задачи – обрести веру в собственный талант и зарекомендовать себя как специалиста на рынке труда. Человек понимает, что он чего-то может и может чего-то достичь, повышается самооценка, то есть появляется желание работать, что-то делать дальше, достигать каких-то других новых вершин. Наталья Матюшкина, Анна Мари, Сергей Лукович. Новости Муравленко.